Во Владивостоке проблема с парковками всегда стояла остро. Городу не хватает мест, особенно в центре. Администрация города пытается решить этот вопрос. Сейчас на Светланской 56 возводят новую автоматизированную парковку. Изначально здесь планировалось установить два модуля на 24 парковочных места, но было принято решение увеличить их число до 36. Это будет вторая такая парковка во Владивостоке. Строительство первой завершается на Верхнепортовой 6. Производятся работы по монтажу самой парковки. Уже два этажа у нас устроено. С завтрашнего дня планируют приступать к монтажу третьего этажа. Работы производятся в графике. На сегодняшний день также рассматривается и решается вопрос с земельным участком по Корабельной набережной. Процесс на строящихся в центре города парковках будет полностью автоматизирован. Водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Оплата будет производиться с помощью специального приложения для телефона. Также предусмотрена оплата с помощью банковского терминала. Планируется, что специально разработанное приложение будет объединять все многоуровневые парковки в городе. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, новости на Восьмом.